Ребят, всем привет. Сегодня приехал вот на Бухарский канал. Сейчас все раскидал. Вот. Около 5 удочек. Да, их 5 штук. Вон стоят. Вот. Пока клёва нет. В качестве наживки червь. И попозже хочу попробовать на креветку. Только вот креветок с собой не взял. Попробую здесь их половить. Если, конечно, получится. Я сегодня из съемочной группы, так что для качества видео прошу прощения. Я не знаю. И звук, наверное, еще ветер такой. Снимаю на GoPro. Думаю, будут какие-то поклевки. Если поклевки будут, конечно, обязательно покажем. Покажу. То есть я один. Чисто приехал отдохнуть, ребят. Все-таки иногда надо выезжать одному, оставаться с природой наедине. Обычно здесь поклевки бывают вечером, днем тоже. У меня здесь не было 7 лет, поэтому чисто что изменилось за этот период, я, конечно, не знаю, но будем пробовать. Будем рыбачить, будем экспериментировать, пока рыба на что клюет. Хорошо было бы, если бы еще поймать жеребцов и попробовать попозже на жеребца тоже поналавить. Сама или судачка. Кстати, насчет рыб. Здесь около 40 видов рыб. Из хищников здесь свиноголов, судак есть, сом, жерех. Вот, из мирной рыбы. Что у нас есть? Амур, усач. Кстати, на усача хочу сегодня попробовать наловить, на червя. Ну, короче, больше 40 видов рыб, ребят. Я думаю, будет рыбалка интересная. Так что, если будут поклевки, обязательно я вам покажу. А давайте пока-пока сейчас. Это место, где две реки соединяются в одно. И слева и с правой стороны находится вот отсюда идет одна с мутной водой. И вот с этой стороны. И вот с этой стороны. Здесь поселил купача. В принципе, все готово. Смотрите на тучки, какой ветер и туча пыли, прям пустыня, все в пыли. Ребята, иду искать камыши. Прикиньте, вырубили все камыши. Вырубать, то есть, там напротив. Вот ребята приехали на грузовике, вырубают. Вообще нигде камыша нету. Чтоб сейчас за камышом ехать, это километров 20 надо мне проехать. Когда мы сюда ехали, еще камыши вдоль Бухарского были. А где-то ближе к мосту. Там уже начали вырубать. Сейчас прохожу берег. Нигде маленького даже камыша нету. Даже маленького. Сейчас если найду камыш, то хочу береговушки забросить на Амура. Вот. Может быть, Амур даже клюнет. Но надо найти камыш. Сейчас главная цель только это. Вот местная природа. Кто если не был давно тут, подошел к мосту. Вот здесь очень много камышей было раньше. Вот здесь какой-то домик с камыша понастроили кто-то. Сейчас посмотрим.
интересные места. Смотрите, что здесь понастроили. Интересно, да? Навес такой. Сверху камыш. Вон, пожалуйста. Вот навес понастроили, кто-то понастроил. Где-то под мостом. В принципе, неплохо. Но не знаю, это его толк будет или нет, потому что солнце, если будет светить, то... Смотрите, вот нету камыша вообще. Нигде камыша нет. С той стороны. Сейчас попробую там посмотреть. Вырубили все. Надо искать камыш. Свежий, молодой камыш. Принес береговушки, нашел немного камыша, сейчас будем пробовать, камыш уже высыхает. Ну, ребят, береговушка приготовилась, камышом. Сейчас будем пробовать, окидывать, уже штук 4 бросил, это, по-моему, 5-й, если не ошибаюсь, или 4-й. Хорошо, еще вот на дерево завяжу, он как раз будет амортизировать вот сюда. Вот он будет амортизировать, будет прекрасным амортизатором. Вот, ребята, очередная береговушка на камыша. Красиво все пошло. По-моему, 6-й или 7-й по счету. Завяжем вот здесь, наверное, его штук. Амортизация тоже была. Это усач. Это усач. Увел мне секом здесь. Не ожидали такую поклевку. Идемте, вот посмотрите на этого усача. Сейчас я его сниму. Красиво подсекся. Интересно, на что он? Вот, ребята, вот этот сачок. Амударинский усач. Видно вам? Вот смотрите, какой белый он. Сейчас еще немного грязный. Какая красивая рыба. Между прочим, она занесена на Красную книгу. Его надо будет отпускать. Была хорошая, не крупная, но все равно приятно. Сейчас сделаем обратно заброс, наверху поставим. Где-то вот под коряги сейчас заброс сделаю, место хорошее, прямо оттуда клюнуло. Будем надеяться, еще будет по клюнке.
смотрите, ребят, хамелок попался на черви. Сантиметров 10. Крючок 14 на червя. О, малыш. Малыша. Мы его, конечно, отпустим. Пусть растет. Вот рот. Давай иди гуляй, мальчишка. Клёвочка. Пока отдыхали. Что там у нас? Усач. Усач. Это маленький. Усач на червя. Червячок у нас работает. Вот такой малыш попался. Вот. Я сейчас тебе покажу, отпущу. Ну, смотрите, какой шустрый. А. Смотрите, такой серебристый. Смотрите, какой серебристый, а мандаринский усач во всей красе. Опа, чем-то на судака, да, краска похожа? Мало золотник, да, дорог. Но все равно отпустим, пусть плывет свою стихию. Радовал нас. Этого достаточно. Ну, а в поклевку очередная. Хорошая поклевочка, хорошая. Потому что она червя была. Да, кажется, усач. Сомик маленький, смотрите, а клюет-то. Вот так поиграл, я думал, здесь что-то крупное. Нет. Самёнок попался, ребят. На червя очередной маленький самёнок. Конечно, мы таких не берем, мы его отпустим в любом случае. А еще раз покажу вам. Ну, все. Вот Семен. Светленький такой. Беленький, беленький, беленький. Маленький, но все равно приятно вытаскивать. Пока поклевок нет, тишина. Надо перекусить. Взял по дороге свежий арбузик. Продавец говорит, что он красноспелый. Хороший. Не знаю, посмотрим, что он себе представляет. Вроде да, хороший. Ой, фига. Все, с тобой идемте. Удачи. Ребят, вот солнце показывает свои последние лучи. Время заката, и начинается у нас сейчас вечерняя и ночная рыбалка. А это у нас местные хранители очага. Пришли ко мне в гости уже целый час. Они тут орудуют. Thank you.
Всем доброе утро. Время уже 7:00. Коротко о том, что как прошла ночь. Поклевок вообще не было. Ближе к вечеру, то есть вечером были две поклевки, но реализовать я не смог, а ночью вообще тишина. Поставил нарезки на две удилища, ни одной поклевки. И на усача тишина. Вообще ни одной поклевки не было. Хотя наживки менял каждый час, полтора, два. Но таких поклевок не дождался. Сейчас еще часик где-то порыбачу. Если не получится, то все соберу. Если поклевок не будет, все соберу. И когда уже буду выезжать, буду, я думаю, что проверю реговушки на Амура. То, что закинул на камыш. Вот. Там, если будут какие-то результаты, конечно, я вам покажу. А пока ждем поклевок. Приятную я взял, все береговушки. Как и ожидалось, все они пустые. Мне кажется, причиной была камыш. Потому что ехать обратно 20-25 километров за камышом, честно говоря, неохота была. А здесь уже камыши все вырубили. Подобрали еле-еле камыш, но не молодой такой. Я думаю, причина в этом. Еще может быть причина в том, что неправильный подбор места. Но место вроде не скажу, что плохое. Сейчас я вам покажу, по какому берегу я это все поставил. Но мне кажется, причина в камыше. Кажется. Сейчас я вам покажу это место. Вот там старые камыши есть. Одно время я сюда приезжал, здесь весь берег в камышах был, метров 4-5. И этот берег, кстати, был тоже так же. Смотрите, ни одного камыша, и ничего не осталось тут. Вот. К берегу, к воде подойти тяжело было от камыша. Смотрите, ничего нет. Ну, природа меняется, время проходит. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч.